сейчас попробуем накачать 9-литровый баллон, начиная со 100 атмосфер, и посмотрим, сколько времени на это потребуется у компрессора. Включаем. Компрессор поработал 30 минут у нас, и получилось за это время заправить его со 100 до 200 атмосфер. Напомню, баллон 9 литров, металл композитный, Геро. Вот. Хочу заметить следующую особенность. У нас не было с собой постоянной воды холодной, у нас было всего 5 литров, даже меньше. Вот. Поскольку вода нагрелась достаточно высокой температуры, нам приходилось 3 раза давать компрессору отдохнуть, где-то по 5-7 минут. Если у вас будет постоянная подача холодной воды, ну или хотя бы сменная, 2-3 баклажки нужно с собой иметь по 5 литров, тогда вы сможете без передышек давать возможность ему охлаждаться. Мы не поднимали температуру выше 80 градусов, это стабильная его рабочая температура. Соответственно, водичка остывала, мы заново его выпускали, вот, и он продолжал качать до тех пор, пока не нагреется до 80 градусов. Вот. Ну, воды у нас мало, поэтому нагревалась она быстро. Вот видите, пар идет, собственно. Вот. И если вы будете подливать постоянно воду, то такого не произойдет. В баллоне 200 атмосфер. Компрессор испытания выдержал. И мы будем разбирать всю нашу конструкцию. Вот. Вначале мы закручиваем вентиль полностью, тем самым блокируя выход и вход воздуха с компрессора и в компрессор. Вот мы закрутили вентиль и стравливаем давление, которое находится в компрессоре, то есть 200 атмосфер сейчас там. Мы раскручиваем стравочный вентиль. Это влага, которая скопилась из воздуха, то есть это конденсат. Конденсат в наш баллон не попал, благодаря тому, что осушитель, влагоотсекатель нам в этом помог. Поэтому обязательно к компрессору вы должны приобретать такие осушители. Ну и теперь, соответственно, снимаем в начале квик осушителя. Как мы видим, ничего отсюда не идет, обратного клапана нет. И сейчас открутим наш переходник. Вот. Ну и, собственно, сюда можно поставить заправочную станцию и накачивать. Вот. Такие баллоны и компрессоры Yamaha 2,2 кВт вы можете купить в Охотник.нет.